Маленькие человечки и сейчас живут где-то совсем рядом с нами. Просто мы их пока не разглядели. Скорее включать телевизор. Фильм скоро начнется. А что мы будем сегодня смотреть? Мы будем смотреть самый лучший мультфильм про нас, про фиксиков. И он называется «Фиксики. Большой секрет». Включаю. Бутерброд. Вернее сказать, ритуал. Пушенька, открой. Вы смотрите передачу «Загадочные тайны». Вот он, начинается! Может, какие-то маленькие человечки и сейчас живут где-то совсем рядом с нами? Просто мы их пока не разглядели. Что это папа Дим Димыча на маленьких человечках так зациклился? Может, Дим Димыч ему про нас рассказал? Не работает. Ребята... Телевизор сломался. Ничего страшного. Мы его сейчас с Ноликом быстренько починим. Да! Девочки, вы пока пейте чай, а мы с Симкой приготовим что-нибудь вкусненькое. Спасибо! Хорошо! Да, я думаю, мальчики быстро справятся. А, ребята, я, кажется, понял, в чем проблема. Здесь лишние винтики. А, нет! Они не лишние, они очень даже нужные. Без них вообще ничего не работает. А ну-ка, Нолик, подай-ка мне их обратно. Держи! Спасибо! Ой, а вот этот винтик точно лишний. Что случилось? Дедус, а что ты тут делаешь? Я спал в телевизоре и немножко заряжался. Ой, дедус, а ты не мог бы поспать в другом месте? А то мы хотим телевизор посмотреть, и он тебе будет мешать. Ладно, пойду посплю в другом месте. О, утюг. Давай посмотрим, чем мы можем угостить девочек. Thank you.
Вот это подойдет. И на сладкое шарлотка с яблоками. Вот, девочки, угощайтесь. Спасибо! Ой, как вкусно! Ну что, ребята, как дела с телевизором? Уже все готово! Нолик, включай! Проверяем! Вы позвонили нам и сообщили, что дружите с маленькими человечками. Так ли это? Ты чего, Симка? Я не звонил. Ну, понарошку. Мы же играем в передачу «Загадочные тайны». Да, я звонил. Расскажите, как вы с ними познакомились? О, это было года два назад. Смотрю я, кусачка лает на два винтика. Ну, я собаку выгнал. А винтики вдруг превратились в двух человечков. Я им говорю: вы кто? А они: мы фиксики. Неправда! Мы не хотели признаваться. И все равно признались, потому что я вас спас. И вовсе не поэтому. Ты нас из-под стакана не выпускал, пока мы не сказали, как нас зовут. Нолик, ты телеоператор, твое дело снимать. А Дим Димыч гость в студии. Пусть врет. Я не вру. А вот и врешь. Не вру. Симка, я вру? Нет. Врет. Дим Димыч, это к тебе. Катя? Привет. Это я попросила Катю прийти позаниматься с тобой математикой. У тебя же по ней тройка. Так что не буду мешать. Гляди, а Дим Димыч-то покраснел. Это же Катя. У них дружба. Как у тебя с Айром? Учебник я свой принесла. Ты что, и вправду будешь меня учить? Конечно. Слушай, мы же друзья. Друзья. О, теперь она покраснела. А друзья должны друг друга выручать. Давай просто поиграем. А ты скажешь моей маме, что я все выучил. Нет, так нечестно. Я обещала тебе помочь. Ты такая же, как ты. Вредная. Не вредная, а принципиальная. И красивая. А ты, Нолик, ничего не понимаешь. Чего тут понимать? Телетелетенство, жених и невеста. Ну все. Хватит подглядывать. В школу пора. Жалко, такое кино не досмотрим. Начнем. Первое задание тебе, Верка. Скажи, что нужно сделать, чтобы этот механизм заработал? Ну, может смазать, а еще лучше начистить. Воображала. Ясно. Симка, у тебя что, есть своя версия? Надо поправить вон ту шестеренку. Правильно. Подумаешь. Игрик, чем ее можно поправить? Тут нужен лом, чтобы увеличить прилагаемое усилие. Верно. Достань лом из своего помогатора. Сосредоточься. Четко представь, что тебе нужно. Дедус, дедус, а можно я попробую? Ну попробуй. Шпуля, помоги Нолику. Готово. Шпуля, а подумать забыла. Эй. Профессор, разрешите я все исправлю? Нет, Фаер, тебе особое задание. Ха, поняли? Покажи, что должен делать Фиксик при встрече с человеком. Всего-то? Да это все знают. Покажи, покажи! Правильно, нужно превратиться в винтик.
А весь мультфильм целиком ты можешь посмотреть на официальном канале Фиксики. Пока!